Хочу с вами поделиться новостями сегодняшнего дня. Не знаю, как их называть, эти новости, друзья. Конечно, наша ситуация, наше положение не вызывает больших улыбок. Но что же, мы с вами ко всему привычные уже, и характеры наши закалены еще со времен СССР. Но когда мы читаем такие новости, как Киркоров назвал Зеленского зайкой. Зайка моя. Ну, вполне, друзья, это вполне правильное такое имя. И Киркоров по-свойски, я так понимаю, называет Зеленского зайкой. Зато вся Украина молится на Зеленского. Хороший парень, хороший актер, замечательный, ничего не скажешь. Но, конечно, не президент. А вот как зайка моя, великолепный парень. Ну и Байден его любит, ведь очень любит. Наверное, за какие-то свойства такие, которые приятны. Зайка моя, ну что же, так приятно, друзья. Так просто замечательно. Мне кажется, это очень так, знаете, как бы тепло и по-детски друг к дружке относятся они. Итак, Киркоров назвал Зеленского зайкой, комментируя санкции киевского режима против 119 российских и украинских деятелей культуры. То есть, конечно, речь идет не о войне как таковой, а о деятелях культуры и о санкциях, которые Зеленский применил. Киркоров говорит о совместных съемках с Зеленским и отмечает, что тот слишком сильно вошел в роль и идет по указке сценария, присланного Западом. Ну а кем же еще? А кто работает по-другому? Киркоров что, сам работает по-другому? Извините меня, а Россия что, по-другому? Нет. Где какая и чья указка? Ведь даже Израиль обязан советоваться с кем-то и утверждать свои планы. Ничего само по себе не творится в мире. Везде советники нужны, везде указки, указания. И Украина также. Ничего нового под луной в нашем мире не случается. И тут певица Лолита. Ну, такие хорошие старые актеры. На самом деле, конечно, на Западе, когда актеры так стареют сильно, то они уже уходят в тираж, как в России говорят. Хороший русский язык. Тираж. Ушел актер в тираж. И это все понятно, куда он ушел. Так вот, Лолита. Мне нравится ее язык. У нее, знаете, такой острый, хороший, с определенным смыслом язык. Она поддержала Киркорова и записала ироничное видеообращение к украинским властям, высмеивая весь абсурд их санкций. И она говорит там, что именно благодаря действиям Киева в 70-х годах ее отец был вынужден уехать в Израиль. Зеленский ввел персональные санкции против 119 человек. Преимущественно это российские деятели, актеры, певцы, музыканты, телеведущие. Ну что же, Зеленский предпринимает те же самые шаги, что и российские власти. Они действуют по одному сценарию, и Зеленский, и Путин. Все по одному сценарию. Ничего нового никто не придумал. Поэтому вполне здесь такое себе, знаете, хотела сказать трио. Нет, пожалуй, пока это только еще дуэт. Дуэт из Зеленского и Путина, из Украины и России, где разыгрывается спектакль. Жалко, в этом спектакле народы все погибают. Народы страдают. Их дома разоряются. Конечно, собираются построить новую матрицу. Новую матрицу отношений, новые социальные отношения будут вводиться в строй. Но людям тяжело перестраиваться. Если бы, как думают правители, международного класса правители, они полагают так, что если бы народу заранее начать потихонечку готовить их к вступлению в новую матрицу, там деньги менять, рубли изымать, да, или рубли дефолт делать, то народ, возможно, бы возмутился. А когда потихоньку, они, конечно, со своей стороны друзья, но все делают правильно, вы не находите,
конечно, правители со своей стороны, со стороны их задач порабощения народных масс. Они действуют правильно. Если вы посмотрите на карты наши, заселения людьми, они почти пустые, друзья. Где там тот миллиард золотой? И ведь народ, как попугаи, повторяют: золотой миллиард, мы идем к золотому миллиарду. До нас осталось, друзья, 700 миллионов, возможно, осталось на земле. И за это я уже не отвечаю, что 700 миллионов. Россия? Ну, Россия 36 миллионов. Возможно, возможно, это так, друзья. Это мои подсчеты личные. Можно возражать, можно сказать, что это не так. Заметьте, я ни на чем не настаиваю. У меня есть свой личный счетчик, по которому я подсчитываю. Итак, в России на сегодняшний день от 32 до 36 миллионов населения страны. Можно в это не верить, но оглянитесь вокруг. На много километров, там, где раньше жили люди, уже никого нет. Ау! Есть ли жизнь на Марсе? Нет ли жизни на Марсе? Ау! Помните, как карнавальная ночь, вспоминайте. Есть такие фразы, которые проходят через всю нашу жизнь и остаются с нами, потому что это шедевры, а не фразы. И вот эта фраза «Есть ли жизнь на Марсе, люди, ау?» Вот она сегодня в жизни к нам применима абсолютно, как те самые два нуля. И вот еще одна из новостей. Байдену хотят объявить импичмент. В воскресенье утром представитель республиканской партии Байрон Дональдс заявил в эфире телеканала Fox, что импичмент Джо Байдена – произойдет, если будут обнаружены факты правонарушений и нецелевого расходования средств. Но нам это не интересно на самом деле. Нам интересно только то, что начинается предвыборная борьба. И заметьте, она в Украине, она в России, она в США. Это так, знаете, за веревочки дергают, и ведь все эти выборы происходят практически одновременно. Кто же такой дергает за веревочки этих клоунов во власти? Кто же такой? И старикашку Байдена, и зайку Зеленского, и какого-то со странной маской Фантомаса костюмчик Путина. Кстати, мое выражение «крылатый костюмчик» прижилось. И сегодня это слово «костюмчик», которое случайно выскочило однажды у меня с языка, потому что не знала, как назвать двойников, я назвала костюмчиком. Так вот, сколько лет я уже называю. И это обозначение Владимира Путина стало крылатым, с моего языка сорванным. Сегодня зайка Зеленский. Но это уже киркоровское выражение, которое тоже я понимаю, что оно приживется. Зайка Зеленский. Это суть президента Зеленского. А выборы в Соединенных Штатах? Да пусть они нас не волнуют и не интересуют. Пусть нас интересуют свои собственные. А нужны ли нам выборы, друзья? Нам назначат. Нам назначат руководители. И Си Цзиньпин, который посетил Владимира Путина, посетил Россию, матушку, посетил Москву. Он совершенно однозначно дал понять всем, всему миру, сразу с первых слов, как только он начал встречу с Владимиром Путиным, он сказал, он обнадежил, он сказал, что Владимир Путин останется во власти. Так что до 30-го года, друзья, я так понимаю, до 30-го года Владимир Путин, дай бог, чтобы дожил, а так все остальное замечательно. Пусть себе правит, не все ли равно? У нас же коллективный Путин правит. Именно это устраивает Си Цзиньпина. Коллективный Путин. Он прекрасно понимает, и к нему навстречу не приезжает оригинал, друзья. Оригинал сидит в другой стране и в Россию уже не приезжает.
А здесь правит, да, костюмчик, коллективный костюмчик Путина. И Си Цзиньпинь, приезжая на встречу в Москву, все это совершенно хорошо понимал. И он не требовал оригинала. С оригиналом это нужно приехать в другую страну, чтобы встретиться с оригиналом. Да, это может быть визит куда угодно, в Организацию Объединенных Наций в Женеве, допустим. И там можно под сурдинку повстречать президента Российской Федерации. Что касается переговоров, друзья, то внешне, визит Си Цзиньпина – это пустой визит. В принципе, ничего не сказал, но обнадежил Путина. Ну и что? Да, как бы для нас, для всех это ничто. Но ведь они очень упорно говорили о том, что ядерной войны не будет. Конечно, потом начинает Медведев обрабатывать эту тему и жу-жу-жу. Да, со своими разными примочками, которые он может выдвинуть, выпалить в телеграм-канале. Медведев говорит, что ядерную войну никто не отменял. Так вот, друзья, послушайте меня внимательно и запомните. Си Цзиньпинь приезжал не для того, чтобы просто так Володю Путина костюмчик похлопать по плечу и обнадежить. Заметьте, китайцы никогда не хлопают по плечу. Это американцы. Это такая вульгарная, невоспитанная привычка хлопать по плечу, показывать, что ты ниже его, похлопай его по плечу. Но это у них такая вульгарная привычка. Китайцы нет, они очень церемониальные люди. И на самом деле это правильное поведение. Все-таки представители народов должны быть церемониальными, а иначе они превращаются в клоуна. Ну что вот Байден с Зеленским зайкой ходит и... Ну, что только не за ручку ходят, а так, и так все понятно, да? Слишком уже это все откровенно. Это как Леня Брежнев, когда приезжал там Хонекер, я помню, он очень любил целоваться в засос. Ну, зачем? И народу, Советскому Союзу навязывали это мнение, все нормально, мужики должны целоваться в засос, это значит... Ну, это все одно и то же значит. Вот сколько лет прошло после Лени... И мы понимаем, что это значит, да? Теперь мы выросли, а тогда мы были детьми. Мы не понимали, что же такое эти поцелуи в засос. Леня Брежнев с Хонекером, да и со всеми другими. Уж очень он любил в преклонном возрасте целоваться с мужиками в засос. То народ как бы не воспринимает. Это все было под видом коммунистических идеалов подано, значит, так нужно. Значит, это коммунистические идеалы целоваться с мужиками в засос. Да, друзья, ну вот я открываю глаза вам только потому, что не хотели вы видеть этого. Ведь это видно было тогда, еще в те времена. А я работала, молодой начинающий журналист, агентство печати новости. АПН была такая организация, которая находилась аккурат, ну, это почти на улице Горького, аккурат за кинотеатром «Россия», памятник Пушкину, знаете где, на улице Горького, затем кинотеатр «Россия», а сзади стояло здание наше, старое здание агентства печати новости, в котором я и работала, редакция фотоинформации, вот где я начинала. И когда у нас шли эти фотографии, мы ночью работали, в ночь, 18 часов в сутки работали мы, тогда даже не понимали. Да, нам было это всего-то, мы практически студенты-дети, да, и 19 лет, 18 лет, 18 часов в сутки работали. Это тяжело на самом деле. Я помню, ночами эти идут фотографии со встреч, и этот Хонекер, я ничего не могла понять, я девочка с Чукотки, с какой-то там замороженной напрочь земли. Это не земля Санникова, но это... Полярный полюс почти. И вот с этой замороженной земли я, эта девочка, которая не знала вообще, что такое существует на белом свете, какие-то нетрадиционные лавы. Нет, друзья, я просто не понимала, что это такое вызывает отвращение. Принципы жизни, свойства жизни, они навязывались всему народу. И весь народ не хотел видеть. Они показывали откровенно вам, чем они занимаются. Но народ не хотел этого видеть. Да это не нужно видеть народу. Народ должен спать. И весь мир обходили эти фотографии. Весь мир.
там что ни фотография, какую фотографию ни возьми с каким-нибудь деятелем, везде в засос полностью. Но согласитесь, это противно, да? Сама по себе постановка вопроса, и вот эти кадры, они, наверное, уникальны в своей отвратительности. Ну, такая вот ситуация у нас, друзья, с нашими правителями. Поэтому то, что касается Си Цзиньпина, который приезжал в Россию, а тот разговор о том, что Си Цзиньпин и Путин говорили о том, что ядерная война ей не бывать, что Третья мировая война ей не бывать, а ядерные бомбардировки тем более, ну что-то в таком духе, то я хочу вам сказать, чем больше об этом говорят, и это обозначили на встрече, значит, именно к этому приехал подготовить нашу страну Си Цзиньпин. И этот разговор должен быть тет-а-тет. И почему он приехал сам в страну? А почему он не вызвал Путина к себе? Да потому что Путин – это коллективный Путин. А раз он коллективный, значит, на совещании с ним будет присутствовать много народу, много людей, которые должны выслушать только его собственное мнение или приказ. Так будем говорить, лучше приказ. Поэтому он и приехал к коллективному Путину в Кремль, если это можно назвать так, встречи в Кремле, да? То есть он приехал к коллективному Путину, чтобы обозначить возможности или время начала ядерной бомбардировки. И что будут бомбить, и как, и какого размера мегатон будут эти бомбы. Но это мой взгляд, это моя аналитика, это мое мнение, это я так думаю. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан. Что именно об этом шли разговоры в кулуарах, личные встречи Си Цзиньпина с членами правительства, с военными нашей страны под видом встречи с Путиным. Речь шла о приближающихся решительных ударах России. А сзади будет стоять Пекин. Как мы с вами говорили, два тигра дерутся, а обезьяна на ветке дуба сидит и хохочет. И хохочет обезьяна с гранатой. Я Таня Карацуба, Сеид Бурхан.